32 медали привезли югорские легкоатлеты со всероссийских состязаний. Свое мастерство на соревнованиях в Сочи демонстрировали 120 паралимпийцев из 32 регионов. Югру на всероссийских стартах представляли 26 спортсменов. Югорчане завоевали 12 золотых, 16 серебряных и 4 бронзовых медали. 5 раз наши легкоатлеты поднимались на высшую ступень пьедестала в толкании ядра, 4 раза в метании диска, а также 3 раза становились лучшими в метании копья.